Бдительность якутянина помогла предотвратить экологическую катастрофу. Житель столицы Василий Веригин на днях при уборке территории своего гаража обнаружил емкость с неизвестным веществом, похожим на ртуть. Мужчина известил о находке сотрудников Центрального округа, а те, в свою очередь, обратились в Якутский комитет охраны природы. Стеклянная колба с ртутью была тщательно завернута в холщовый мешок. Кто и когда оставил столь опасное вещество, неизвестно. Находка общим весом 6 килограмм передана на временное хранение фирме «Экопартнер» и должна быть доставлена в Хабаровск для утилизации. Администрация столицы выделит 300 тысяч рублей на транспортировку. На днях будет объявлен конкурс на выполнение этой услуги. Начал убирать между гаражами и вот так в пакете нашел под досками, под мусором. Поднял, показалось, что оно слишком тяжелое, чтобы удивительно было. Открыл, посмотрел, ну, естественно, было похоже на ртуть. Серебристо-бело-серебристого цвета и тяжелое.